Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы вместе будем листать 15-й каталог компании Oriflame, и я вам расскажу про все классные акции и предложения этого каталога и покажу продукцию, которой сама пользуюсь, и дам рекомендации. Я вам желаю приятного просмотра. Кстати, если вы хотите посмотреть видео побыстрее, то когда вы смотрите с компьютера, в самом низу есть такая гайка настройки, а с телефона в верхнем правом углу тоже есть такая гайка настройки. Выберите скорость и увеличите в 1.25, 1.5 или в 2 раза, чтобы посмотреть полностью, но может быть чуть-чуть побыстрее. Итак, шикарный каталог начинает свое действие 25 октября и закончится 13 ноября, ровно 3 недели у нас будет идти 15 каталог, и он, конечно, шикарный, начиная с обложки. У меня просто дух захватывает от этой красоты и от нового аромата, который мы с вами уже можем заказывать. Продегустировать его можно еще в 14 каталоге, заказав пробники, а в 15 каталоге можно оторвать сюда край пленочки и ощутить этот чудесный аромат. Он действительно звездный, он шлейфный, он гламурный, изысканный, это просто волшебный аромат, и его дизайн флакона вдохновляет к покупке однозначно. У меня пока что только пробник, и я его продегустировала, и у меня просто восторг от этого аромата, потому что сам состав его уже вдохновляет: цитрусовые, фруктовые ноты, далее у нас идут ноты жасмин, пион, гелиотропа, сияние звезд и базовые ноты пачули, ваниль, амброксан и бензойная смола. Пока что пробник, который, ну, восхищает. Аромат красивый. У меня возникла ассоциация: этот аромат похож, немножечко похож с ароматом Happy Dizia. Кто помнит, кто фанат этого аромата, тот оценит и новинку Divine. Это парфюмерная вода Divine Exclusive. И в подарок при покупке аромата у нас идет парфюмированный крем для тела с этим же ароматом, то есть чтобы продлить стойкость аромата, его красоту усилить, чтобы полностью все тело пахло одинаково, издавало один и тот же аромат. Поэтому рекомендую пробник сначала подегустировать, и если аромат нравится, то смело заказывайте, балуйте себя самыми лучшими продуктами. Рекомендую всегда заказывать набор пробников, код 128450, и вы получаете следующий каталог, уже 16-й, который будет идти всего 2 недели, 2 пробника аромата новинки Signature, это будут духи мужские и женские, пробник дневного крема против пигментации с SPF 30 и пробник помады с эффектом металлик в оттенке малиновый лед. Обратите внимание, что у нас начался каталог Norhen с новой коллекцией бижутерии, аксессуаров. Будем смотреть и радоваться. И здесь просто бомбическое предложение. Я очень люблю. У нас, мне кажется, уже традиция каждый год к Новому году. У нас даже осенью, наверное, у нас выходит возможность заказать новую коллекцию декоративной косметики по супер скидкам. Обратите внимание, если вы берете 2 набора для губ или для глаз, то 2 продукта будут стоить 499 рублей. Если вы берете 3 продукта, это какую-то одну из помад представленных, 1 продукт для глаз и 1 продукт для лица, то весь набор 699 рублей. Вы просто посчитайте, насколько это выгодно. Итак, какие у нас помады входят в эту акцию? Жидкая губная помада, роскошная помада однозначно. Рекомендую классический красный оттенок. Смотрите, какой цвет красивый. Просто вау, один из моих любимых. Стойкая матовая. У меня, кстати, таких помад очень много. Я люблю именно жидкие в тюбиках с такими удобными кистями. Поэтому можете себе заказывать смело помаду. Далее, что-то из серии Энергоблеск. Но такой помады у меня нет, к сожалению. Но вы можете выбрать свой оттенок. Эта помада вся переливается на губах, она настолько сексуально выглядит, у нее такой приятный аромат, она увлажняет губы, у нее удобная упаковка, такой длинненький
стержень помады, который приятно скользит по губам и прокрашивает губы идеально. Второй продукт для глаз — это может быть угольно-черная подводка, такой стойкий маркер с толстым стержнем, либо тушь для ресниц. Тушь для ресниц моя любимая, 5 в одном. Вы можете выбрать классическую черную или водостойкую, тоже в оттенке черным. У этой туши идеальная кисть, которая классно прокрашивает ресницы, она их удлиняет, утолщает, делает красивый изгиб. У нее черный пигмент. Сейчас у меня как раз на ресничках эта тушь, я ее обожаю и всем рекомендую. Мне кажется, это легенда уже стала среди тушей. Далее мы можем выбрать любой тон на выбор. Это может быть оттенок, адаптивная тональная основа, Everlasting, стойкая, или даже водостойкая с SPF 30, стойкость до 30 часов, или адаптивная матовая тональная основа. Вот как раз она у меня есть, вот такая тональная основа. Мой оттенок, кстати, 42-127, естественный беж. Вот вы видите четвертый номер, давайте ее посмотрим. Вот такой вот оттеночек. Вот я как раз летом начала пользоваться, когда еще был легенький загар. То есть она такая вот все-таки дает оттенок приятный, шикарный тон, просто роскошный. Тоже его смело можете заказывать, всем рекомендовать. Как видите, стоимость продуктов очень такая высокая, а мы можем заказывать сейчас набор за 699 рублей. Также в этот набор входит пудра, моя любимая пудра, я бы так сказала. У нее упаковка с зеркальцем, есть пуховка, и сама пудра очень укрывистая, то есть она сразу делает кожу холеной. Вот, например, показываю вам на руке, где были широкие венки, да, такие просвечивающие синие. Если сравнить руку одну и другую, то видно сразу, как перекрывает пудра все неровности и недостатки. Иногда я даже не пользуюсь тональным средством, я просто беру пудру, прокрываю все лицо пуховкой, и кожа выглядит уже идеальной. Ну, конечно, если ее наносить на тональное средство, то выглядит еще круче, еще лучше. Вы можете выбрать также один из оттенков компактных румян, 4 оттенка. Румяна шикарные, о них отзывы просто великолепные. Или адаптивный консилер серии The One за 299 рублей, но он тоже входит в эту коллекцию. Это новинка, еще не пробовали, я только получу в пятницу свой заказ с этой новинкой. Будем пробовать, обязательно посмотрите видеоролик, который выйдет потом на канале. У нас будут 2 оттенка: холодный фарфоровый и естественный бежевый, так что будем пробовать и изучать. Итак, у нас получается продукты для лица, для губ или для глаз. Вы выбираете любые 3 и получаете огромную скидку. Внимательно следите в своем заказе, чтобы у вас все было правильно выбрано, чтобы не было такого, что перепутали, либо какой-то продукт заказали лишний. Если так получится, то цена будет, соответственно, уже другая, так что будьте предельно внимательны. Шикарная акция, я обязательно поучаствую в ней. Далее у нас идут ароматы. На все ароматы у нас есть пробники. Смотрите, написано про аромат, и чуть ниже код пробника, тоненькими циферками прописан код, а далее уже идет код оригинала. Поэтому прежде чем заказать аромат, закажите пробник, потестируйте, поносите, подружитесь с этим ароматом, либо вы поймете, что он вам не подходит, и вы тогда его заказывать не будете и сэкономите деньги. Цена пробника примерно 20 рублей, точно не помню. Также есть на все ароматы, на все ароматы, на которые есть пробники, вы найдете эту информацию в каталоге. Поэтому я рекомендую не рисковать, а выбрать себе тот аромат, который будет вас дополнять, раскрывать вас, создавать какое-то особое состояние, которое вам необходимо. Например, мой любимый осенний аромат Eclat Mon Parfum, вот он здесь у нас в каталоге будет тоже представлен со скидкой. Он, конечно, идеален для вечернего свидания, но я его для дневного даже свидания. Он идет и на вечер, и на день, и даже когда было лето и жарко, я все равно с удовольствием носила этот аромат. Вот я вам показала мои любимые. Вот еще мой любимый аромат Giordani Gold Essence, это мой любимчик.
Очень мне нравится аромат инфинита, такой аромат страсти, аромат вдохновляющий, такой зажигательный просто. Каждый аромат по-своему хорош, и все они очень разные, и вы себе выберете те, которые будут для вас идеальными друзьями. Можно заказать отдельно два пробника аромата, они будут идти в комплекте, цена 40 рублей за два пробника, мужской и женский. Очень хочется попробовать новинку, уже прям не терпится. Можно заказать ароматы мужские, мужчины очень любят разнообразие тоже и любят носить с собой. Вот мужчины почему-то, я заметила, они любят в течение дня освежать аромат, им все время кажется, что его недостаточно, поэтому можно заказать и оригинал, и вот такой малыш, чтобы брать с собой. Такой аромат поместится и в кармане, и в мужской косметичке, или его можно положить в машине, и водитель с удовольствием воспользуется таким ароматом. Он тоже, кстати, идет с дозатором, то что очень удобно, и объем 15 миллилитров. Три варианта ароматов. Далее, уход за мужчинами. Наши мужчины тоже хотят быть красивыми, поэтому для них есть самое лучшее в Oriflame. Это линейка Novage, Novage Men. У меня Михаил пользуется такой серией. Я тоже пробовала. Очень приятный аромат у серии, она эффективная. Ушли широкие поры, ушли черные точки, лицо выглядит свежим. А как вкусно пахнет наш мужчина, это просто чудо. Также есть мужской триммер, он просто незаменим для того, чтобы удалить нежелательную растительность в ушах, в носу или на лице, подправить, например, контур вокруг бороды, да, чтобы борода выглядела интересно. Мужская серия стала очень разнообразной. Есть средства с легкой концентрацией ароматов, есть средства для волос, для того чтобы побриться, гель после бритья, увлажняющий гель после бритья, то есть такое разнообразие. И интересно, что в этом каталоге такие огромные скидки на мужской аромат Venture Power, это просто чудо. Посмотрите, за 499 рублей, при том что ароматы стойкие, хотя написано средняя концентрация, но они очень хорошо держатся, они очень приятные. У меня, например, среди моих клиентов эти ароматы очень популярны, поэтому думаю, будет много заказов. Поэтому для мужчин мы тоже заказываем пробники, прежде чем им преподнести аромат, потому что мужчины тоже сейчас любят сами выбирать, они тоже не пользуются чем попало, им нравится быть особенными, выделяться среди всех, поэтому не экономите на пробниках, а делайте все в самым лучшим образом. Помада кремовая, серия On Color, посмотрите, 99 рублей, я удивлена, такой скидки давно мы не видели на помады. У нее такой красивый флакон, черный с красным, вызывающий. Сама помада, как сказать, густая, да, то есть она такая, видите, ее наносишь, и она сразу плотная, дает покрытие, мягкая и в то же время легкая, чудесно увлажняет, не утяжеляет губы. Я обожаю эту помаду. А какие классные цвета, посмотрите, какое разнообразие, какой отличный ассортимент, то что любая девушка может выбрать даже не один оттенок, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять. Поэтому рекомендуйте, помада высшего класса просто. Далее у нас уже вышла не так давно новая тушь с эффектом веерного объема. Этот объем достигается за счет уникальной кисти. Смотрите, она такая пышная, пушистая, в то же время ворсинки упругие. Вот я вам пытаюсь показать, что они упругие и отлично прокрашивают. Мой оттенок сейчас коричневый, я вам демонстрирую. И как вы видите, оттенок хороший, глубокий коричневый цвет, то есть он не светлый, не рыжий, просто коричневый. Отлично подойдет для тех, кто не любит делать яркие макияжи, а хочет просто немного подчеркнуть свою красоту и привлечь внимание к основным чертам лица, глазам, да, или губам. Так, далее у нас выходят новинки, три оттенка лака, такие яркие, сочные, особенно мне понравился бронзовый и фиолетовый, такие будут интересные ногти, привлекающие внимание. Помады, 4 оттенка, тоже смотрите, какой уже новогодний дизайн, я бы сказала. И помада будет с эффектом металлик и по доступной цене 139 рублей, а лаки 99.
Классное предложение, отличный выбор на любой цветотип, мне кажется, подойдет, потому что я бы, например, себе взяла бронзовый закат. Я знаю, что мне точно подойдет эта помада, беспроигрышный вариант. Серия On Color, потрясающие карандаши. Потрясающие — это значит карандаши, которые меня удивили. Мой оттенок бирюза и изумруд, смотрите, так, где показать, смотрите, одно прикосновение и они уже отдают цвет, не царапучие, мягкие, комфортные. Эти карандаши не растекаются, не смазываются в течение дня. Потрясающий красивый выразительный взгляд. Их можно рисовать как стрелку сверху, так и делать подводку под нижней линией роста ресниц. Получается яркий эффектный макияж. По качеству карандаши просто бомба, поэтому девочки, вот рекомендую. Я люблю такие мягкие карандаши, но чтобы они не текли. Есть также черный, коричневый, есть для бровей два оттенка и три оттенка для губ. Обращаю внимание на объем, карандаши небольшие для губ, 0,7 грамма, то есть они будут такие вот небольшого размера. И, кстати, видно на картинке, что вот их размер чуть более половины карандашей для глаз. Есть также подводка жидкая, черная, с тонким острым кончиком, которая позволяет прокрасить верхнюю линию ресничек и сделать длинный острый кончик, такие вот стрелочки, лисички. Прекрасные палетки теней с выбором, прекрасным выбором. И обратите внимание, 6 оттенков теней и 2 оттенка для бровей, то есть вы в одной палетке получаете сразу необходимое для глаз сделать макияж и подчеркнуть брови. Есть также тени для век, кстати, тени для век, у меня есть 2 оттенка из этой коллекции, жемчужный розовый, смотрите, какие они прекрасные эти тени, они просто крутые, они очень мягкие, они хорошо пигментированы, у них легкое сияние, то есть нет ничего лишнего, не перегружено блестками, и они классно лежат на веках, потому что бывают такие тени, которые на руке хорошо, а на глазках уже не очень, поэтому мы на это тоже обращаем свое внимание. Есть также тональный флюид, очень популярный, он дает такой персиковый аромат легкий и абсолютно незаметно на коже, дает легкое сияние, то есть вы видите прямо вот лицо, оно как будто бы с подсветкой, оно становится такое ухоженное, такое холеное, и при этом вообще незаметно, что есть макияж. И есть также матирующая тональная основа в этой серии, она в 4 оттенках, если персиковый у нас только один оттенок, и он подстраивается под разные оттенки кожи, кроме очень таких вот темно загорелых. Здесь же у нас 4 варианта, можно выбрать тоже на любой вкус, дает матовый такой пудровый финиш, а покрытие в то же время легкое, и эту тональную основу тоже многие любят, хвалят и рекомендуют. Для губ очень мне понравилось средство, сейчас покажу, потому что я очень капризная, все что касается наших губ, мне кажется, это должно, и аромат не должен напрягать, и чтобы не утяжеляло губы, смотрите, какая прелесть. Мой оттенок как раз вот персиковый, вот он мягкий персиковый, дает легкий цвет на губах, приятное увлажнение, такой качественный уход, и нет вот этой жирности, липкости, перегрузы, поэтому вот АЗ бальзам берите смело, и он еще с SPF 25. У нас есть также тинты для губ в 3 оттенках: милый розовый, энергичный красный, свежий ягодный. У меня было все 3, я один отдала дочке, самый милый розовый она забрала, а мне достались 2 оттенка. Их можно использовать и для губ, и для щек. У меня есть отдельный ролик, где я все 3 демонстрирую. Я не буду их мазать на руке, потому что они потом не отмываются, они впитываются в кожу, и это очень удобно, если вы хотите стойкий макияж губ, например, сделать, или макияж щек. Но у меня они не стали такими прям вот популярными в моем макияже, немного ими пользуюсь, только для губ. В основном вот оттенок энергичный красный мне действительно очень нравится, если хочется в течение дня, чтобы губы были яркие, а с возрастом губы просто становятся не всегда такие розовенькие, не всегда такие миленькие, как в девичестве, поэтому вот тинты — а это идеальный выход для того, чтобы губы всегда были классные, при этом не сушат, не перегружает, в общем-то продукт очень интересный,
Поэтому хотя бы один тинт у нас все-таки должен быть на всякий случай. Есть настойкая суперматовая помада, у нее такое плотное покрытие, красивые оттенки. Есть тоже отдельное видео на канале, где я все помады тестирую, можете найти по названию помады и посмотреть, как выглядят оттенки в деле, потому что бумага не может просто передать цвет помады идеальный. Во-первых, потому что у нас у всех разный тон кожи, разный тон губ, поэтому помады все равно будут выглядеть на каждом человеке по-разному. И обратите внимание, есть кисть для помады, которая позволяет, во-первых, наносить более тонким слоем помаду, заполнять все трещинки на губах. Во-вторых, идет более такой тонкий слой, и если вы помаду уже использовали, а там внутри еще ее очень много, то без кисти точно не справиться. И мои любимчики сейчас — это помады Кушон, и у нас 10 оттенков просто бомбической помады. Смотрите, ой, выдавилось немножко лишнего. Смотрите, где мы вам покажем эту помаду. То есть мы крутим нижнюю часть, выдавливается, из губки выходит помада, мы ее переносим на губы. Невероятно вкусный аромат ванили, увлажнение, легкость. Слушайте, это просто вау, у меня очень много заказывают эту помаду, и кто заказал одну, потом просит вторую и третью, потому что это очень удобно, и удобное нанесение, вот эта вот приятная губочка, она так классно распределяет помаду на губах, и конечно оттенки, вот оно все переливается глянцем, так красиво выглядит, губы сексуальные, пухленькие такие, вау, красивые. И есть у нас также палетки для контуринга, это невероятно удобный продукт. У меня была такая палетка, сейчас практически закончилась, я не стала ее брать, потому что там осталось немножечко только первого оттенка, который мы используем для коррекции. А хайлайтер и румяна закончились у меня очень быстро, они такие классные, красивые. Кисти в Oriflame, все спрашивают про кисти, их мало, конечно, но они крутые по качеству. Вот эта кисть, наверное, 2 года, я ее постоянно стираю, постоянно мучаю. Она, конечно, сначала приходит такая вся тоненькая, узенькая, классная, но ни один волосок с нее не выпал, как видите, ничего не обламывается, волосы не выпадают. Такая качественная, самая моя любимая кисть, и мне нравится ее дизайн. Видите, вот эта вот ручка под дерево, и так стильно выглядит, очень удобно. Я уже даже себе заказала новую, лежит запечатанная, на всякий случай, если вдруг снимут с производства, я не переживу, чтобы эту кисть у меня вдруг, да, ее не стало. Для наших бровей очень много есть в Oriflame классных продуктов для того, чтобы брови стали идеальны. Ну, во-первых, это палетка, а во-вторых, это туши. И мы можем сначала взять из палетки кистью, которая прячется внизу вот в таком вот выдвижном ящичке, мы наносим, например, делаем, рисуем бровь, рисуем себе такую бровку, можем ее сделать светлую, кончик можем уже затемнить, прорисовали, а потом берем тушь, у меня вот тут 2 оттенка, коричневый и темный, и вот так вот прокрашиваем себе потом брови, ну, волосики, и делаем такую красоту. Просто я уже без этих тушей не могу жить. Один оттенок у меня вот есть прям темный, просто хочу вам показать, что вот он темно-коричневый, а второй светло-коричневый, поэтому можно выбрать этот, или если вы блондинка, то самый светлый. Вот помажу рядышком, чтобы оттенки было видно хорошо. Я, конечно, пользуюсь светлым коричневым, он мне идеально подходит, а этот для меня темноват. Вот прекрасные продукты, можно сделать такие шикарные брови, чем я и занимаюсь, в общем-то, это мое спасение. Здесь огромные еще скидки в этом каталоге, поэтому успевайте приобрести. Карандаш для глаз, не понимаю, почему такие большие скидки, 159 рублей. Он стойкий, он гелевый, он затачивается, то есть он не выкручивается, он затачиваемый, и он очень удобный, этот карандаш. Я его тоже пробовала, есть на канале видео, где я делаю макияж с этим карандашом. И есть у нас также ультра мягкие тени Kyal для век, но я никогда ими не пользовалась, правда, я не знаю, что это такое. Зато я вам хочу похвалить тушь с двойным эффектом, тушь для ресниц, у нее, смотрите, хитрая кисточка, если мы вынимаем через нижний колпачок, то у нас получается объем, если же мы вынимаем через верхний, то смотрите, через эту трубочку проходит щеточка, и тушь остается внутри
а кисточка выходит уже более чистой, тогда она дает лучше удлинение. Вот, вернули назад, закрутили, вернули назад. Все, вот такая хитрая тушь, которая даст вам длину, изгиб, объем. Или, например, вы хотите сегодня только, чтобы они были длинненькие, тоненькие, прозрачные, мы пользуемся только этой щеточкой. А если хотите объем, то другой. Есть у нас шикарная кисть с эффектом наращивания ресниц. Слушайте, я на себе вот такой эффект вау-вау не заметила, но у меня приходил недавно партнер моя из команды, и я увидела, когда ее ресницы, я честно не поняла, я говорю, ты что, нарастила? Вроде как натуральные, вроде не пойму, какой это странный эффект, ресницы невероятно длинные, изогнутые. И она говорит, представляешь, оказывается, эта тушь вот так делает мои ресницы. Обратите на нее внимание, если у вас ресницы не очень длинные и вам нужно длину и изгиб, то вот эта тушь оказывается крутая просто. Она сказала, не отпечатывается, не сыпется, в восторге просто от этой туши. Ну вот, хорошо, что я увидела этот эффект, потому что на мне такого не оказалось. На мне лучше всего работает тушь 5 в 1. Как говорится, каждым ресницам своя тушь. У нас есть цветокорректирующий праймер для лица, у кого красный, да, потон кожи, капилляры близко, да, воспаленная кожа, чувствительная, то вот эта вот зеленявочка, которая на коже в принципе практически прозрачная, она вот это вот перекрывает, и мы используем праймеры под тональную основу, чтобы зафиксировать макияж. Есть такой спрей, и мое любимое средство для снятия макияжа с глаз, такая двухфазная жидкость, ее перед применением надо хорошо встряхнуть, потом нанести на ватный диск и потом удалять макияж с глаз, и не тереть глаза, а прижать, подержать и аккуратно спонж убрать, то есть прям сдвинуть, и весь макияж удаляется. Волшебное средство, люблю его больше всего. У нас выходит новинка, косметичка для кистей, я так думаю, косметика какая-то будет под рукой, я так понимаю, здесь есть отсеки для кистей и один отсек для косметики. Не очень хорошо продемонстрировали косметичку, но мне кажется, она очень классная должна быть. Вот эти карандаши рекомендую всем, они позволяют делать стойкий мягкий макияж. Давайте где-нибудь попробуем вот здесь, смотрите, это бронза, вот он сверху, если считать, четвертый будет, смотрите, какой красивый тон. Я в основном подкрашиваю нижнюю часть вот под линией роста ресничек. А есть еще мой любимый, уже заказываю третий, хрусталь. Его я использую в внутренний уголок глаза, здесь и здесь подвожу, либо как базу под тени. Смотрите, это волшебные продукты, обязательно себе заказывайте, потому что без них я макияж свой просто не представляю, они очень классные. И разнообразие оттенков тоже радует. Так, здесь у нас все для наших ноготочков, чтобы они были красивые, аккуратненькие. Есть шикарная пилка, наборчик для маникюра. И вот такие кисти, если вы рисуете или корректируете, нужно делать коррекцию маникюра, то вот есть такие кисточки. А что порадовало, в этом каталоге есть вставка. Сейчас мы к ней подойдем. Я закончу про наши ноготочки. Хочу похвалить вот эту жидкость для бережного снятия лака. Вот как вы видите, я очень люблю использовать лаки с блестками, а удалять их очень сложно. И я покупала для снятия лака в фикс прайсе, я покупала в Магнит Косметик, не удаляют, я просто измучаюсь, пока сниму эти блестки. А вот это средство удаляет очень быстро, четко. Я делаю такие маленькие ваточки, приклеиваю, держу немножечко, а потом аккуратненько вот так снимаю, если есть необходимость, по краям чуть-чуть подтираю. Это идеальное средство. А как оно шикарно снимает яркие лаки, обычно с красными там густыми лаками или фиолетовыми намучаешься, все размажешь вокруг. Поэтому, несмотря на то, что цена не дешевая, я все равно все время заказываю это средство после того, как я его попробовала. И у него есть запах такой немножко рисковатый, и я, конечно, прячусь в ванной, чтобы не портить воздух всем другим, но лучше этого средства я еще не встречала, поэтому всем вам тоже его рекомендую. Что такое базовое покрытие пленка под лак? То есть вы наносите как обычный лак, даете подсохнуть, потом сверху наносите лак, а когда вам надо снять
лак, то вы просто вот так вот аккуратненько поддеваете и снимаете. Особенно это удобно, кто вот пользуется такими лаками, где много блесток, они плохо удаляются. А пленочка снимается элементарно. Но не злоупотребляйте, у меня был такой опыт. Я пользовалась постоянно этой базой, и в какой-то момент я заметила, что мои ногти стали портиться. То есть появилась какая-то вот как шершавость на поверхности ногтей, и я стала так вот, знаете, как ограничивать себя, не стала так часто пользоваться. Давайте вернемся ко вставке, потому что мы очень любим, когда она у нас вот здесь, а не в компьютере, чтобы все это полистать, посмотреть. И здесь есть действительно что посмотреть. Вставка классная, есть аксессуары, и в частности вот такую сумочку, которую мы получали по акции, мы пахали, чтобы ее нам прислали. Здесь вот все для визиточек отдела есть. Сама сумочка очень мягкая, такая роскошная, стильная, с клепочками. А я летом ее с удовольствием таскала. Лето, осень. Ремешочек вот такой на цепочке можно носить на талии, но для меня широковатый получился ремешок, поэтому ношу через плечо. То есть вот здесь мы можем карабинчики отсоединить внутри, так они легко снимаются. Раз, ой, сняли, перецепили куда-то там, да, там уменьшили себе по талии. В общем-то можно с этой сумочкой поиграть, она классная. А можно вот сюда продевать как раз вот пояс, вот этот пояс, либо какой-то другой пояс и носить ее на талии. Очень-очень рекомендую эту сумку. Хотела сказать офигенная, потом думаю, ну такое слово нельзя же говорить в эфире, но уже сказала, ладно. Бальзам-праймер для губ появляется здесь. Он подойдет всем, у кого сухие губы, трескаются, для того чтобы помада легла ровно, идеально, без праймера не обойтись. Карманное зеркало 3 в одном, то есть оно увеличивает в 3 раза, да, увеличивает. То есть сначала нормальное, потом побольше, еще больше. Патчи для нанесения макияжа, то есть кто делает макияж и сыпется у вас все вниз, пачкает зону под глазками, то, пожалуйста, без патчи вам не обойтись. И есть трафарет для контурирования. Также увухаживающая тональная основа Oncolor, кстати, очень многие ее именно любят, и я думаю, что за такую цену такую классную тональную основу приобрести вообще просто нереально. Карандашики, румяна, покажу, у меня тоже есть такие румяна, даже два оттенка розовой дочки, а мне она оставила такой вот коралловый. Такой приятный цвет, такие нежные, классные румяна. Небольшой формат, кто любит вот быстро использовать, чтобы косметика не накапливалась. И есть вот такие вот карандаши, стики для глаз и для губ. Но вот у меня этот продукт не зашел, потому что не получается точить. У меня все время вот это все крошится, деревяшка, то ли деревяшка плохая, то ли точилка. Но, конечно, идея классная, то, что мы губы красим и глазки красим. Такой вот шикарнейший цвет карандаша, но заточкой у меня не срослось. Многие девочки писали, что они нашли классные точилки в магазине, даже мне скидывали фотографии, но мне такие не попались, поэтому лежит продукт без дела, можно сказать. Для лица очищающее молочко и тоник освежающей серии Эко Бьюти, который, к сожалению, сняли у нас из продажи, из каталога, но вот здесь вы можете повторить, при том что по приятной цене. И, кстати, пакетик Эко Бьюти, вау, слушайте, классное предложение. Далее крема для рук. Крема для рук — это набор в коробочке подарочный, можно вот так все вынуть, подарить каждому по одному, можно подарить в наборе, то есть сделать кому-то классный комплимент, кого-то поблагодарить или просто порадовать, или сделать приятный подарок, то это, конечно же, этот набор невероятный. Три аромата: сирень, жасмин, пион порадуют любую девушку. Качество просто великолепное. Легкие, насыщенные такие крема, которые питают кожу и при этом не оставляют липкости. Для маникюра есть такая ванночка удобная под пальчики. Арбузно-огуречный спрей-дезодорант, охлаждающий, освежающий для ног. Пилка роликовая такая на батарейках, которая будет прекрасно удалять
мертвую кожу, полировать пяточки и пальчики на наших ногах. У меня есть такой продукт, очень нравится. Масло, шикарное масло с авокадо, его можно использовать и для волос, и для тела, и ванночки делать для маникюра, для педикюра. Обратите внимание, пена для ванн 300 миллилитров, 159 рублей всего. 159 рублей, это же вообще фантастическая цена. Мыло для рук в форме подарочка и крем для рук с такими приятными ароматами. Эта серия у нас была к Новому году, поэтому я думаю, что сейчас можно запасик сделать и на Новый год делать такие классные подарки. Хотя, скорее всего, выйдет что-то новое и интересненькое. Здесь все для бороды, мужской бумажник и мужские ароматы. Читайте состав, может быть, еще у кого-то сохранились пробники, чтобы подегустировать, потому что, конечно, такие цены приятные. Но вот на аромат Full Moon обратите внимание, 30 миллилитров. Если здесь у нас 100 миллилитров, то здесь 30. Далее, о, один из тоже приятнейших ароматов Oriflame — Giordani Gold Essence Sensuale. У него такая необычная крышечка с пипеткой, мы открываем пипетку и вот так вот нажимаем, и видите, капелька остается на коже. Такой вау, приятный, супер аромат, очень нежный. Кстати, у меня он один из самых популярных, и больше всего его покупают и заказывают. Friends World for Hue Tropical Sorbet, необыкновенный аромат с ключевой нотой гуава. Он такой звонкий, дерзкий, он напоминает аромат скошенной травы, он напоминает тропики какие-то. Вот, знаете, вот все такое в нем приятное переплетается, что хочется его рекомендовать. Я сама им тоже пользовалась летом с огромным удовольствием и тоже часто его заказывали. Аксессуары. Их не так много в Oriflame, но они все-таки есть и они радуют. Есть подвеска с логотипом Giordani Gold. Кстати, в этом году как раз 45-летие этой коллекции. И есть такой набор с головой леопарда. Такое вот колечко, оно тоже регулируется, как видите, там прячется под хвостиком как раз регулятор. Серьги-кольца съемные, можно снять колечко и оставить только голову в ушке. Все очень лаконично, элегантно, голова не крупная, красивенькие кристаллы зеленые в виде глаз, они так прям притягивают внимание. В общем-то, мне нравится этот набор. Обычно я не люблю какие-то аксессуары в виде таких вот звериных голов, но эти мне понравились, они действительно интересно выглядят и как-то вот притягивают внимание, поэтому можно тоже смело заказывать, потому что такие приятные цены. Есть тут же еще и ожерелье, но ожерелье я не стала брать, я не люблю, когда слишком много всего. Можно брать либо, например, кольцо, ожерелье, серьги, кольцо, серьги, ожерелье, а когда всего так много, для меня это уже перегруз. Шикарная сфера. Вы знаете, вот бумага не передает красоты этого аксессуара. Здесь есть браслет и сфера. Я бы вот серьги такие заказала, потому что когда я их увидела в деле, была очень удивлена, я просто была сражена наповал, потому что тут все переливается так красиво. Есть еще такие вот серьги-трансформеры с жемчужиной, такого серебристо, как-то серо-сиреневого оттенка, даже цвет металлик, я бы так сказала. Есть ожерелье с кистями, такой, мне кажется, все-таки летний аксессуар более, и такое привлекательное ожерелье, как бы переплетается бисер, да, вот такое вот что-то очень красивое, объемное. Вот кто любит большие объемные украшения, то вам вот именно сюда нужно, вот к плетенным этим аксессуарам. И прикольная сумка с бахромой из цепочек, она как имитация под питона, да, такое вот что-то идет. Ну, классно выглядит, в общем-то, стильная, здоровская очень сумочка. Есть у нас такой красивый шарф, о, колечко не взяла, вот такой вот шарф с невероятными мистическими животными. Посмотрите, как это шикарно выглядит, дизайнерский платок. У него 90 на 90 размеры. Вот прям очень рекомендую. Это настолько эффектная
зрелище, когда вот все это в деле смотрится, хочется рассматривать и рассматривать. И конечно вот есть кошелек, есть складные домашние балеточки, можно с собой брать в гости, например, чтобы не носить чужие тапочки, а взять с собой такие балетки и щеголять с ними. Они складные, поэтому легко поместятся в сумочку, не займут много места. Сумочка с перфорацией двухсторонняя, можно ее вывернуть, она у вас будет, хотите золотистая, хотите серебристая, и внутри есть косметичка, в которую можно собрать всякие мелочи, которые вы не хотите, чтобы видели окружающие. Разноцветный клетчатый шарф, слушайте, я так давно на него смотрю, и он мне очень нравится в деле, слушайте, он так классно смотрится. Есть также еще у нас тапочки с пайетками и кейп на молнии, то есть это такая накидка, которая сохранит наше тепло нашего тела, но эту накидку мы носим только отдельно, без пальто, потому что здесь нет прорези для рук, она именно накидка. И есть скатерть, чудесная скатерть, ее тоже рекомендую, у меня такая скатерть есть, она такая праздничная, вот она легко стирается, у нее нарядный прям вот новогодний принт. Чтобы украсить стол к Новому году, вам конечно понадобится скатерть, и она большая, 2 метра на 145 сантиметров. Роскошный молочник, у меня есть такая вся коллекция этой серии, и твердый шампунь, кстати, по такой классной цене, я брала намного дороже. Шампунь классный, удобный, особенно как кто ищет бессульфатные шампуни, то вот здесь как раз это тот самый вариант, когда вы можете абсолютно быть спокойными, что здесь отсутствуют, да, вот эти все сульфаты. Так, двигаемся дальше. Вау, вау, просто я в восторге от новой гармонизирующей тональной основы, получаю миллионы комплиментов, потому что лицо выглядит моложе, свежее, нежнее кожа. Дает такое легкое сияние, свечение, так что-то я сэкономила. Есть у меня на канале отдельный ролик, где я пробую эту тональную основу. Смотрите, нет тут такого блеска, что вы будете как жирный блинчик выглядеть. Здесь именно элегантное сияние, кожа выглядит моложе. Даже вот я вчера проводила эфир поздно вечером, я была жутко уставшая, а все говорили: как ты классно выглядишь, потому что я воспользовалась этой тональной основой. Она подстраивается под тон кожи, она вообще как кожа, ее не чувствуешь, кожа ее узнает как свою, просто родную, представляете? А еще и SPF 35, нам необходимо защищать кожу. Ну и конечно сам флакон, как обычно Giordani, просто вау. Выходит новая кисть для нанесения тональной основы, кто-то любит кистями пользоваться, кто-то спонжем, да, кисть конечно она очень классная. Есть тональная основа Кушон, у меня вот такая вот тональная основа есть, покажу вам ее. Тут здесь губка, зеркало, открываем, а здесь внутри прячется тон, смотрите, его там много, то есть он не высыхает, очень хорошо сохраняется, потому что год уже этому Кушону. Он так классно выглядит, просто оттенок немножечко не мой, мне тоже присылали на обзор, получилось, что оттенок 45-й, песочный беж, и для меня он конечно темноват, поэтому лежит для демонстрации, и самое главное не сохнет, его там очень много продукта, конечно я им и пользовалась много. Далее у нас есть консилер, он идет здесь без скидки, CC крем Giordani Gold, вот такой классный CC крем, очень понравился, я его пробовала, есть на канале отдельное видео про него. Есть у нас шелковая тональная основа Fluid, где же она, вот так она будет выглядеть. Здесь уже у меня старый продукт, я им уже не пользуюсь, просто держу для того, чтобы продемонстрировать. Здесь действительно пипетка, и это неудобно для меня, по крайней мере, но тон такой классный, он такой прикольный, смотрите, у кого особенно, ой, много нанесла, у кого особенно вот кожа жирная, он будет классно, он в пудру превращается, то есть сейчас я его нанесу, больно толстый слой взяла, сейчас немножечко уберу, и он превращается в пудру, и лицо такое холеное становится, такое красивое.
На моей коже он немножечко забивал поры, не сразу, а вот через какое-то время как бы собирался в порах. Но я знаю девочку, у кого жирная кожа, вот они говорят, что он им идеально подходит. Но видите, каждой коже свой тон, поэтому выбирайте то, что вам ближе и роднее. Далее здесь у нас пудра матирующая. Слушайте, это крутая очень пудра. Вот у меня слоновая кость, 37 тон. Сейчас я вам продемонстрирую, как эта пудра работает. Смотрите, если мы наносим по тональной основе, эффект вау. Но даже если мы наносим без тональной основы, а просто на кожу, она супер просто перекрывает все неровности. Я стала даже порой не пользоваться тоном, если надо там просто коротенькое видео отснять или просто выйти из дома ненадолго. Я могу просто нанести пудру, и лицо просто холеное. Я беру любую, или вот эту матирующую, или серии The One. Обе пудры очень классные. Далее есть у нас корректирующая база под макияж, но я ей не пользовалась, но отзывы хорошие, можете также на сайте почитать отзывы, очень хвалят, и девочки довольны своим приобретением. Так, что нас ждет здесь? Давайте посмотрим. Помады я приготовила для вас, помады, но почему-то их не вижу, где они у меня прячутся. Вот они, нашла. Итак, у нас есть помады матовые, крутые помады, есть сатиновая, невероятно легкая. Кстати, матовая — одна из лучших матовых помад, которые я пробовала. А есть помады с эффектом звездного мерцания, они очень красиво оформлены. Смотрите, 4 кристалла сияющих и 3 оттенка, но на любой вкус. Есть нежно-розовая, красная у меня сейчас на губах, вы видите. Так, где мы будем пробовать помаду? Давайте вот здесь. Смотрите, красная. Они мягкие, не царапучие, они очень приятные, эти помады. Розовая, переливающаяся роза. Они так шикарно переливаются. И мерцающая бронза. Смотрите, какая красота просто. Очень комфортные на губах, увлажняют, не сушат губы, хорошо лежат. То есть помада достаточно стойкая, можете с ней быть прям спокойны за свой долгий макияж. Мне кажется, это просто чудо. Показываю здесь еще раз просто для того, чтобы вы не искали отдельное видео, но если не поленитесь, посмотрите на канале, у меня есть видео, где я показываю все помады в деле. Так, здесь у нас щипчики для завивки ресничек. Очень удобно, особенно у кого ресницы капризные, растут неровно, подвернуть их и сделать их идеально. Зеркало двухстороннее. Есть у нас база объемная такая, основа под тушь белая. То есть вы ее наносите, а сверху уже тушь. Роскошная тушь, которую вот я очень полюбила, ангельская ласка. У нее шикарная кисть, и она дает такой классный объем. Смотрите, здесь она треугольником, да, такая на сильный длинный треугольник, а здесь она плоская, то есть нет ворсинок по бокам, и ей очень удобно пользоваться. И вот девочки, кто любит, чтобы была длина и объем, я рекомендую эту тушь. Она справляется с задачей очень хорошо, при том, что она отлично ухаживает за ресницами, то есть она дает еще и уход очень хороший. Есть также тушь еще удлиняющая, но такой я не пользовалась, не знаю, что про нее сказать. Ищите отзывы в интернете. Пинцет для бровей. Коллекция теней, 2 оттенка в каждой коробочке. То есть можно выбрать свои цвета, и просто вы влюбитесь в эти тени, они настолько качественные. Есть у нас двухсторонний кушон для бровей. Это очень удобный продукт. Очень удобно. У меня несколько клиенток заказали этот продукт, они в восторге, надолго хватает, брови получаются просто идеальные. То есть вы карандашком прорисовываете форму, а потом кушоном заполняете пространство, и брови получаются роскошные. 2 оттенка. Карандаш для глаз у нас идет в одном оттенке, роскошный черный, мягкий, огромный карандаш, 1,8 грамма, он такой длинный-длинный приходит, тоже у меня был такой карандашик. Но я сейчас перешла на подводки, карандашами не пользуюсь, поэтому сейчас у меня их практически нет. О, как много интересных аксессуаров появились у нас.
кристаллы такие праздничные, набор. Я удивлена, в этом наборе столько у нас украшений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь вариантов. Вау, как здорово! Я бы вот себе ключики взяла, бантики. Ой, и звездочки мне нравятся, и капельки. Кто хочет со мной скооперироваться, я заберу раз, два, три, четыре. А вам будет раз, два, три. Ну, поделим на по цене, да? Выходит очень, конечно, выгодно. Вау, все, что касается серии Novage, а если это еще и Novage Procuticals, то это моя любовь. Обратите внимание, у нас есть сыворотка-концентрат с ретинолом. Она борется с глубокими морщинами. У нас есть сыворотка пилинг, я вот сейчас ей пользуюсь, 6% АХА кислоты. Это просто бомба, такое ощущение, то есть так нажали, открыли, капельки капнули на лицо, распределили, сверху крем. Сыворотками уже не пользуетесь. У нас есть роскошная серия, вот вышла новинка для чувствительной кожи. Я уже всю серию опробовала, я брала себе пробники. Очень приятная серия. Но пенка — это просто восторг, смотрите. Легкая, вот одно нажатие, получается небольшая такая кучка, то есть специальный дозатор, он сразу преобразует жидкость в пену, и здесь идет клевое очищение. Надо было вам показать где-нибудь, вот здесь вот растворяется, видите, все, тон растворился, тон поднимается. Ну, конечно, я косметику не удаляю, пенка она для лица, но косметику тоже удаляет, мягенькая, удаленнее. Смотрите, как хорошо все. Потом просто смываем, нет никакой жирности, никакой липкости. Сейчас я возьму немножечко, и остается просто чистота. Видите, как вот тон весь убрался, даже еще тут что-то было, тоже растворилось, но вот жирная, очень густо нанесла тушь для бровей, конечно, она не убралась. И у меня восторг от этого средства. Слушайте, как здорово, что компания думает о всех, о нас. У кого-то чувствительная кожа, у кому-то нужно с морщинками бороться, кому-то нужно лифтинг лица делать, да, это вот моя любимая серия Ultimate Lift, мой любимый коллаген зелененький. Есть также у нас роскошный продукт, это увлажняющая эссенция для лица с пребиотиком. Это шикарное увлажнение, у кого вот кожа выглядит такой обезвоженной, сухой, то, конечно, нужно пользоваться. Кто хочет сделать заметный, да, подтяжку лица, расслабление мышц, воспользуйтесь вот этой насадкой для массажа. Я очень часто в Instagram stories ее показываю, потому что это моя любовь просто. Есть также очищение и питание, гидрофильное масло, мой любимый гель-тоник для лица. Смотрите, какие у нас шикарные продукты, шикарные серии, которые работают, не просто говорят, а они говорят сами за себя, наша кожа, наше лицо говорит, насколько это эффективно. Есть серии более доступные по цене, потому что многие выбирают, да, тоже глядя сначала на ценники, как в ресторане, многие смотрят меню, но я считаю, что на коже экономить все-таки надо крайне редко, а в основном стараться вкладывать, да, в свою кожу. Есть у нас бустеры, которые смешиваются с кремом обязательно, да, они отдельно не используются, то есть мы берем одну-две капельки бустера, потом добавляем крем, прям в ладошки смешиваем и переносим на кожу лица. Есть у нас серии, ой, хотела одно средство показать, потому что я от него в восторге, это увлажняющий спрей, который можно использовать как освежение кожи, как термальную воду и как базу под макияж. Например, вы сделали уход, а потом хотите нанести уже тон, и можно распылить эту водичку, то есть она распыляется, она с гиалуроновой кислотой низкомолекулярной, и все, она быстро впитывается, и вы сверху наносите тон. Слушайте, ну это действительно получается шикарный макияж, кожа увлажненная, кожа нежная, такая роскошная. Есть все антивозрастные серии, осветляющие, есть у нас серии осветляющие по очень доступным ценам, и они эффективные, они эффективные. Просто выбирайте то, что вам сейчас в данный момент времени больше подходит по цене и по настроению, да, я бы так сказала, по потребности. Антибактериальное средство для
лица, да, для наружного применения. Ну, я открою тайну, что я его применяю и как капельки для носа развожу с водой, и как полоскание для горла, потому что антибактериальный эффект очень сильный. Но основная цель этого масла с чайным деревом и слаймом, чтобы заживлять раны, укусы, ушибы, синячки, да, вот все, что внешние повреждения кожи, воспаление, прыщи, угри, то все это отлично убирается. Можно просто дышать этим маслом, например, капельки нанести в аромалампу и вдыхать это масло, оно тоже очень приятное. А также в серии с чайным деревом у нас есть еще продукты, это антибактериальный карандаш корректор, вот здесь мы его видим, как бы вставка, да, мешает, и дополнительное средство для очищения, да, вот есть крем-флюид для умывания и тоник для лица, сужающий поры. Здесь у нас вставка с wellness. Wellness — это отдельная большая тема, здесь все, что касается стройности, красоты, здорового питания, витамины, пребиотики для детей, для взрослых, кальций для волос, для вообще для всего. Здесь, конечно, эта тема на несколько часов разговора. Я вам рекомендую изучить эту линейку, потому что она, ну, это моя любимая линейка, Novage и Wellness, это моя любовь в Oriflame, ради чего просто стоит быть в компании, и это точно те продукты, которые должны быть у каждого человека, не просто стоять на полочке, а для того, чтобы они работали. Так, далее у нас есть стильная сумка Shopper с сердцем, очень красивая, кстати, кружка многоразовая для кофе. И далее серия Love Nature, как мы уже с вами говорили о серии с чайным деревом, у нас есть с органическим овсом, ягодами годжи для питания, то есть больше подойдет для сухой нормальной кожи. Здесь у нас смягчающая мицеллярная вода, питательный крем для лица, есть у нас маски, маски я вам покажу, потому что мы их обожаем, эта маска питательная, вот такая она кремовая, кремовая маска, питает кожу. Есть у нас маска скраб 2 в 1, то есть вы можете взять эту маску на влажной коже, сделать просто как скраб, а можно оставить как маску на 10 минут, и это будет очень классно, очищение кожи, очищение пор. Смотрите, вот здесь мелкие частички скрабирующие, мы вот так вот делаем растирание. Эта масочка у нас просто лежит, питает, мы ее толстеньким слоем оставляем, даем напитать кожу, а с этой мы можем экспериментировать, как скрабик с ней поработать. Естественно, кожа должна быть влажная сначала, когда мы наносим, то есть мы делаем увлажнение. Видите, все стираем, все убираем и продолжаем дальше работать. Маски, подождите, маска для губ, вау, просто, девочки, обязательно, чтобы вот у каждой была такая маска, смотрите, какое чудо, то есть ее просто хочется съесть, облизать, потому что она на вкус сладкая, здесь сахаристые такие частички и очень много питательного в этой маске, и она отшелушивает мертвую кожу и питает губы, потом губы такие мягенькие, такие расправленные. Хватит ее, конечно, очень надолго, не знаю, я ее пользуюсь, она вообще не убывает, незаканчиваемая какая-то маска. И тканевые масочки серии Love Nature, но они очень классные, у них, во-первых, там очень много сыворотки внутри, есть антиоксидантная маска с виноградом и гранатом, а есть с органическим овсом и апельсином, маска, которая будет нам обновлять кожу, да, питать ее. Слушайте, ну они обе классные, поэтому берите и ту, и другую, будете только радоваться. Так, далее смягчающее средство легендарное, с чего началась компания Oriflame, да, кто знает, это был первый продукт именно в таком виде, уже почти 55 лет, эта баночка у нас в каталоге Oriflame. Серия Love Nature разнообразная, есть гели с отшелушивающими частичками, мыло для рук, есть у нас серия для детей, зубная паста, мыло, детский шампунь для волос и тела, и все мыла детские, они
в такие красивые форме зверюшек каких-то интересных. Серия для самых маленьких, обратите внимание, прям для крошечек. Если вы заказываете любые три средства, то скидка больше, получается за 1035 рублей любые три продукта. Есть у нас зубные пасты и щетки. Вот моя щеточка как раз новенькую еще заказала. Пасту забыла взять. Ну пусть будет щетка только. Смотрите, у нее там внутри спрятаны еще силиконовые такие вот насадочки, которые классно массируют десны. Слушайте, это очень хорошая щетка, она небольшая, легко везде достает. У нее есть массаж для язычка на тыльной стороне. Короче, щеточки в Oriflame очень классные. Они тоже идут у нас по акции по 139 рублей. Для ног какое разнообразие. Во-первых, есть всевозможные силиконовые вставки, чтобы ножкам было комфортно в обуви. Есть инструмент для удаления мозолей. Есть шлифовальная пилочка для ног, такая широкая лопата, все ее очень любят. Скраб отшелушивающий, гель для снятия тяжести, дезодорант, антиперспирант. Это все продукты незаменимые. Серия Swedish Spa, моя любимая серия, особенно скраб я обожаю. Вот у меня этот скраб всегда есть. Смотрите, он такой маслянистый, и в нем содержатся такие мельчайшие отшелушивающие частички. После этого скраба кожа просто молодеет моментально, она такая напитанная, такая ух, классная. И есть еще скраб у нас медовый, есть для рук, а есть такой сахарный скраб для тела. Смотрите, прям как мед, и тут вот прям сахар. Я вот когда на него смотрю, говорю, слушайте, ну это, ой, какой аромат, это просто хочется съесть, потому что это очень классно. Тут мы с вами, ай, как он хорошо скрабирует, какой он, ух, смотрите, в пеночку превращается. Это вот один из моих тоже любимых скрабов. Я в принципе скрабы очень люблю, и даже когда мне на обзор присылают попробовать какую-то продукцию, много органической косметики присылают, я всегда пробую. Конечно, скрабы редко бывают, которые не нравятся, но вот эти действительно два скраба, они выделяются из всех. Даже вот в Oriflame есть еще другие виды скрабов, но эти самые лучшие, поэтому попробуйте и потом напишите мне свое мнение, что вам больше понравилось. Так, гели для интимной гигиены шикарные, 300 миллилитров маленькие на вид, но большие внутри, гели серии Vita Keo по 250 миллилитров. Они как бутылочки с йогуртом выглядят, и к ним есть такие же кусочки по 65 грамм. Вы можете выбрать себе любые, предложить их своим клиентам, потому что очень доступные цены. Мыло серии Discovery, вот такое мыло, ароматный, душистый, 90 грамм кусочек, долгоиграющий, который хорошо лежит в мыльничке, дает такую густую пенку, которая смягчает кожу и прекрасно ее отшелушивает. Для тела, смотрите, какие классные есть продукты в Oriflame, уже, мне кажется, легендарные. Это антицеллюлитный гель, он уже идет с массажером, то есть мы вот так вот надо повернуть, открыть, и выдавливаем гель. Он у меня полежал, или я не туда повернула. Ага, вот, правильно, пошел гель. Мы вот так давим на тюбик, и гель выходит через специальное тут отверстие, и идет классный массаж. Вау, как хорошо массирует. И есть гель для того, чтобы укрепить кожу груди и живота, то есть он прям вот гель-гель. Видите, то есть прозрачный продукт такой с тонким носиком, выдавливаем необходимое количество и наносим на кожу массажными движениями. Можно, кстати, массажером поработать. Кстати, есть такой массажер для волос, не знаю, еще не было, по-моему, его, но он, я его использую также и как массажер для тела. У него он не только для головы можно, но и для тела использовать. Кстати, он, наверное, сейчас и будет. Так,
Сухой шампунь, мой незаменимый шампунь, я беру себе для тонких волос, потому что у него приятный аромат, но он все-таки справляется со своей задачей. Но если волосы сильно грязные, то лучше справиться для жирных волос, но в нем мне не нравится аромат. Есть у нас для укладки муссы, расчески шикарные, массажки и щетки для укладки. А есть у нас шампунь гигант 400 миллилитров объем, восстанавливающий за 399 рублей, вот как раз этот массажер. И разные варианты шампуней есть у нас для волос, которые страдают перхоть, есть защитный для придания объема и ухаживающий для окрашенных волос. Обязательно возьмите такой массажер, это просто кайф. Серия Элио роскошная и по дизайну, мне кажется, такой осенний как раз вот дизайн у нее, очень золотистый. Мне нравится, что здесь есть дозаторы, они просто великолепные шампуни. Появилась у нас в 14-м каталоге щетка для распутывания волос, такая малышка классная, вообще просто воин. Я бы сказала, что это щетка воин, которая справляется и с длинными волосами, с густой гривой, и все распутывает. Есть здесь также кондиционер и маска для волос. У нас есть полосочки для лица, удалить нежелательную растительность, может быть, в зоне усиков. Есть такой пинцетик для того, чтобы убрать. Сейчас я вам его покажу. Вот такой пинцет, чтобы убрать черные точки. Ну, я не знаю, как им пользоваться, честно говоря, я боюсь такие всякие причиндалы. Вот, у нас есть очищающая маска-пленка для лица. Есть матирующая глиняная маска, есть роскошные патчи, которые действительно убирают припухлости и отеки. Они вот в таком приходят конверте, внутри одна пара, девочки, одна, девочки и мальчики, кстати, все могут пользоваться. То есть мы наносим на любые зоны лица, где вы хотите, чтобы разгладилась, напиталась, распрямилась. Вышла у нас новая маска для лица, она получается у нас тканевая, глубокое увлажнение. Я ее получу скоро, попробую, запишу видео, свой отзыв, потому что мне кажется, это будет шикарная маска. Обратите внимание, при покупке двух любых продуктов с этой странички, вы, не, любых двух кремов для рук, вы получаете дополнительную скидку, и каждый из них получает всего по 99 рублей. Но они же классные, они же шикарные просто. Вот сюда тоже нанесу, смотрите, как лосьончики, легкие, ароматные, питательные, впитываются классно, оставляют после себя просто мягкую и гладкую кожу, ничего лишнего. У меня тут уже все всем перемазалось. Чтобы у вас было максимальное представление о продукте, стараюсь, да, все продемонстрировать, показать, как это выглядит. Вот, если будут, конечно, вопросы, пишите в комментариях, тоже расскажу. А вот серия Feel Good — это моя особенная любовь. Вот заказала себе не так давно гель, потому что все гели у меня разобрали. Видите, они вот такие вот как бы жиденькие, кажется, да, но это создается такое впечатление из-за того, что содержатся натуральные эфирные масла. Аромат вот просто, вот просто сказочный. Они классно пенятся. Конечно, у меня сейчас нет воды, чтобы вам показать, какая будет пенка. Они отлично пенятся. Они отлично отмывают кожу, увлажняют ее. Вы влюбитесь, я вам честно говорю. Если никогда не пробовали, вот попробуйте, потом мне напишите: Лиля, спасибо, что рассказала про эти гели. А вот любой возьмите, они настолько вкусно пахнут. Но здесь нужно брать два любых продукта, чтобы получить скидку 50%. Например, вы берете мыло и гель, тогда по нижней цене. А если возьмете один гель, то будет 219 рублей. Это невыгодно. Обязательно следите тоже за этим. Для тела у нас есть дезодоранты парфюмированные и крема. То есть, например, вы выбрали аромат Eclat Weekend и хотите такого продлить этот аромат, тогда возьмете к нему еще крем для тела. Или Giordani Gold Original, и вы возьмете дезодорант. Ну и так, и так далее. К Позасу у нас есть и дезодорант, и, сами видите, крем. Крем-бочонок большой, ароматный, классный бочонок. Так, и это еще не все.
У нас еще есть несколько листочков. Здесь у нас гиганты XXL, гели для душа большого объема. Обратите внимание, что те гели, которые содержат отшелушивающие частички, они подороже. Те, которые у нас гладенькие, те по 299 рублей. Есть здесь также щетка шикарная и массажная перчатка, мочалочка. А здесь нас ждет новинка. Я получу вот такой продукт. Это жидкое мыло для рук и тела с шафраном и пачулями. Почему-то написано пачулями, а я бы думала пачули просто. Ну, пусть будет пачулями. Очень красивый кусок мыла, лосьон для рук и тела и жидкое мыло. Эта серия также содержит натуральные эфирные масла. И я думаю, что этот аромат будет как бы восточный такой, с восточными нотками, поэтому если вы любите такие нотки, то обязательно попробуйте. А мы с вами потрем сейчас страничку, и я вам скажу, да, восточно, очень вкусно. Я люблю восточные ароматы, если они не тяжелые. А вот здесь это просто сказочный аромат. Я уже терла страничку. Черешня и миндаль для ног, крем смягчающий. Я обязательно закажу, тем более такая смешная цена, 119 рублей. И в тон пилка для ног тоже, чтобы ножки были гладкие и красивые. И тут нас ждет тоже новинка. Мы уже можем смело готовиться к Новому году, заказывать какие-то невероятно красивые ароматные продукты. Здесь нас ждет универсальный крем для лица и тела 150 миллилитров объема и крем для душа 200 миллилитров за 199 рублей. Обратите внимание, если брать набор, то цена 299. Это очень выгодно, практически как бы мы взяли крем, и крем для душа нам обошелся бы в 30 рублей. Это же классно, тем более что такой красивый дизайн. Здесь у нас будет тоже имбирь и экстракт клюквы, такое клюквенное блаженство, замечательно. И последняя страничка, лакомая. Лакомая от слова лак, лакомый кусочек. Вы можете заказать любой оттенок, 5 миллилитров лака за 99 рублей. И у меня, по-моему, есть на канале обзор всех этих лаков. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, я их все тестировала. Но даже без тестирования вы можете выбрать себе, потому что это очень красивые лаки, они отличного качества, они будут и хорошо ложиться на ногтевую пластину и долго держаться. И посмотрите, какое разнообразие. Какие бы я взяла себе, сейчас скажу. Начнем вот отсюда. Так как сейчас зима, я бы взяла себе лиловый, я бы взяла себе золотой, вот такой необычный оттенок, гламурный, гроза, я очень люблю грозу. То есть вот эти три я бы себе, ну и вот такой нежненький тоже, да и тауп. Вот начиная, значит, от лилового и заканчивая грозой, вот эти все я бы себе взяла. Ну и аметист добавим. Вот такой мой вкус. Пишите, что вам нравится из этого роскошного каталога, что вы хотите себе заказать, что вы будете брать на подарки, и ваши отзывы о любимых продуктах, потому что мы читаем ваши комментарии, мы вам очень благодарны за то, что вы пишете, и за то, что вы остаетесь с нами. Давайте посмотрим по стойкости. Помада с эффектом сияния звездного. Это у нас стойкие тени, которые полежали, их теперь не сдвинуть с места. Видите, они как укладываются. Это у нас кушон, он тоже достаточно стойкий, и он с эффектом тинта. То есть даже стираясь, помада внизу остается как тинт, легкий оттенок. Так, здесь у нас онколор была помада. Она увлажняющая, питательная. Это бальзамчик для губ и карандашики онколор. Я вам говорю, что они не текут, не плывут, видите, они плохо смазываются. И здесь у нас матовая стойкая помада из тюбика. В общем-то все, и тушь. Все, я вам показала, что все действительно очень классное, вот особенно стойкие тени. Кто переживает, что у вас поплывет макияж, как видите, не поплывет. Будет все супер. Спасибо за внимание. Вы мои герои, кто остался до конца. Я вас крепко-крепко обнимаю и шлю вам самые свои любимые пожелания. Счастья, любви, добра и красоты. Будьте все здоровы. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.